Но как получилось, так получилось. Мы посмотрели, как растение сжирает, и теперь мы должны, естественно, это растение убить. Вот. Оно сжирает людей. Но эти чуваки думают, что я их друг. Потому что в тот раз я... Ух ты, смотри. Дед какой-то спит. Потому что в тот раз я же... Да, Дуда, плей. Всем привет, ребята! Ну, в прошлой серии у нас мы добыли яд, и нам нужно убить этот цветок. Вот эти культисты, они верят, что цветок — это их не бог. Так что будем менять им мировоззрение. Растение идол. ХП 1000, ХП 3000 и денег 1000. Нормально. Считай, что это сделано. Сейчас быстренько за ним посмотрим, что у меня есть в маленьком домике. А, у меня здесь есть патрончики и есть бинты. А также я купил большой дом, вот этот большой дом. Но здесь пока еще ничего не сделано, да? Да, надо будет немножко подождать. Надо будет время создания можно улучшить, но пока столько денег у меня нет. Чтобы еще на улучшение по времени. Да. Вот, растение идол. Уничтожаем его. Идем, отправляемся. И выполняем задание. А задание у нас отравить растение. В прошлой серии произошло то, что произошло. Я накормил растение этими ребятушками. Ох ты, откуда вы взялись? Алло. Накормил растение это ребятушками, которые сидели в клетке. Но я думал, они это хотят. Они же зомбированные. Вот, а надо было, может быть, их освободить. Но как получилось, так получилось. Мы посмотрели, как растение сжирает, и теперь мы должны, естественно, это растение убить. Вот. Оно сжирает людей. Но эти чуваки думают, что я их друг. Потому что в тот раз я... Ух ты, смотри. Дед какой-то спит. Потому что в тот раз я же сделал все, что надо. Мне и карму уменьшили. Тут никого нету. В смысле? О, смотри, фига у него шприц какой большой. Смотри, интересно. Ай, да ё-моё. Тихо надо. О. Да ёкерный бабай. Офигеть. Зомби-растение. Не поедать членов культа зомби. Так я же добрый, алё. Я же тебя просто попить тебе водичку принес. Но растение идол. Офигеть. Ох ты. Ага, она будет стрелять вот этой фигней. Ага. Так, ладно. Оно меня... А, он меня вот этой клешнями еще будет добить. Вот такое растение. Калькающее. Сейчас поменяем оружие. Подожди. Да, с этим оружием подольше. А, я еще могу эти, что ли? Ноги его убивать, смотри. А, нет. Просто растение. Ух ты. Я думал, я тебя уже убил. Все. Все, сдохло. Офигеть, я уничтожил растение. Огромное. Оно просто растворилось, взорвалось. Непонятно, что сделало с ним. Вот и все. Это не открывается. Все, идем домой. Здесь что, охота на зомби не хочу. Идем. Ага, к Эндрю идем. Эх, жалко тех людей было, ну ладно. Эндрю, судя по твоей улыбке, от цветочка остались лишь мокрая кучка. Не так ли? Это оказалось сложнее, чем я ожидал. На самом деле, все было очень изи, очень легко. В следующий раз обратись к профессиональному садовнику. Это специально, чтобы мне побольше денег дал. Целительство он мне дает, спасибо. Вижу, что чувство юмора осталось при тебе. Огромное спасибо. Не знаю, что бы мы без тебя делали. Ага, и все. Алло. Все, он со мной больше не будет разговаривать. Растения мы уничтожили. Здесь были штуки интересные, типа бомбочки. Так, Руби на 35 уровне. А когда мне 35 уровень дадут?
Так, вот мы пока на 32 уровне. Смотри, ну нам награду сейчас дадут. О, спасибочки. Это что такое у нас? Какая-то книжка. И, значит, светошумовые гранаты. Хорошо. Пойдем быстренько к торговцу. Поговорим с ним. О, у него есть книжки с инструкцией целительства. 860 стоит. И книжки начинающих стрелков. А что мы ему можем продать? А что за книга? Энциклопедия очки умений 2. Ух ты, это мне нужно. Так, продадим куски вот эти вот ненужные. Вот светошумовые гранаты, они тоже нафиг мне не нужны. Мы их продадим. Потом книга предисловию к стихотворению. Тоже я не понимаю, что это такое. Просто книжка. Мы ее тоже продаем. Дальше. Бобы. Бобы продаем. Так, воду не буду продавать. Вот эту штуку я бы тоже продал бы. Она вообще бесполезная. Но пока не буду. Купим книжки. Улучшение навыков. И в принципе, пока все. Да, у меня уже и денег нет. В принципе, пока все. А что у меня здесь есть? Уровень, понятно. Так, это мне не надо. Книжки давай изучим. Использовать. Целительство 3. 6. Огнестрелочка 3. 6. А вот это что такое? Очки умений. Давай еще очки умений используем. Теперь у нас открылись очки умений. Вот умения. На что мы потратим 2 очка всего лишь? Сейчас посмотрим. Целительство, смотри, давай целительство 100 сделаем. Вот. Исцеление цели 100%. Хорошо. Не знаю, что значит, ладно. Работа с отмычкой, торговля, критический удар. Оружие ближнего боя. Давай сделаем огнестрельное. Либо защиту увеличим, вот. Пусть лучше будет у нас броня. Броня у нас... видишь, карма минус 5%. Офигеть, ладно. Карма у нас уменьшилась, потому что мы этих сделали. Покормили людей цветочку этому. Поэтому карма у нас уменьшилась, к сожалению. Так, какие у нас тут задания есть? День ракет, охота на зомби, день снайпера. В смысле, у нас больше нету ничего? Подожди. А у нас что, нету никаких заданий больше? А ну давай с Чака поговорим. Он не разговаривает со мной? Пёска тоже? Это тоже чувак не разговаривает? Ага, Люк, Ас... А это Руби. 35 уровень нужен. Так, дальше. Ас. Ладно. А вот этот чувак, который здесь живет, подожди. Люк. Так что у них там в лесу есть Red X? Миссия не выполнена. А какое задание ты мне давал? День ракет, охота на зомби, день снайпера. А здесь что у нас? Открытый мир. Это что у нас здесь? А, пошли в открытый мир. Сейчас возьмем мы бензинчик. 70 литров. Литров. Пойдем в открытый мир съездим. Так, посмотрим, что. В открытом мире заходим. Ага. А что здесь у меня? А, ну в центр. Подожди, нет. В центр нам надо. Угу. Поговорить. Вот с этим, с Биллом. Ага, я ему послал людей. Сейчас у нас достаток людей, но нам нужен врач. Ты не знаешь кого-нибудь? Да, в лесу живет Лейла. Однажды она мне спасла жизнь. Точно, Лейла. Отлично, тогда иди и спроси у нее. Принято найти Лейлу. Хорошо. А тут у меня что такое горит замечательное? Посмотрим. Ага, забрать. А в смысле, оно не забирается. Тоже не забирается. Что такое вообще? Тут я, конечно, не разобрался еще. Что это здесь вообще дает нам? А, вот еще, смотри, есть этот самый горит. Вопросик. Здесь что? Мгновенное улучшение. У меня... А, вот, взять. Бензин. Изготовить. А, ну у нас не хватает, нам нужна еще одна лейка. Лейки не хватает. А где мне этих леек брать, как будто они, знаешь, на дороге валяются. Ладно, знаешь что, мы пойдем сейчас вот сюда. К Лейле. И скажем Лейле, пускай она идет туда, в то место.
Заходим в центр. Сейчас идем. Вот она, Лейла. Я рада тебя видеть. Давно тебя не видела. Что ты делаешь здесь? Нам нужен врач для нашего нового города. Ты бы пошла? А даже не знаю, с каким удовольствием. Здесь я все равно лечу только царапины. Ух ты, спасибо. Все, она ушла. Она ушла, она согласилась. Теперь у вас не будет врача. Старшой. Добро пожаловать обратно. Как дела? Спасибо, неплохо. Только мне нужна кое-какая помощь. В чем дело? Мне нужны противорадиационные таблетки Red X. Не знаешь, где я могу их достать? У нас есть припрятанные запасы Red X. Только тебе придется их выкопать. Да, без проблем. Хорошо. Запасы Red X. А, ну а здесь что? А, вот этот чувак. Охота на зомби, защита местности. Вот эти можно взять у него. Это задание мы получим. Ага. Ну и все, в принципе. Здесь больше нету ничего. А где этот Руби? Ой, Руби. Девочка вот эта вот маленькая, кстати. Здесь жила она, девочка маленькая. Куда она делась, интересно? Непонятно. Там ничего интересного внутри нету. Какашка. До сих пор какашка лежит. Что-то я не сразу... А, вот, смотри, до сих пор лежит какашка. Хорошо, отправляемся дальше. Так, здесь что? Старый дом. Запасы Red X. Да-д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 а. Идем на запасы. Ох ты, так быстро передвигается здесь. Вот, отлично, в этом месте мы будем искать запасы. А зомби наступают, отправьте их в могилу. Господи. А ну. А вот тоже, смотри, сколько зомбаков много. Так, зомбачё, да вас очень много. Ох, нифига, 38 зомбаков. Прикинь, это почти что 40 зомбаков. А я эти забыл взять с собой, как его... Ракеты, ой, ракеты, говорю. Взрывчатку я не взял с собой. Блин, ладно. Сейчас подойдем. А здесь же есть этот фейерверк. Ребятушки, все идем на фейерверк. Вас очень много, блин. Я не знаю, как вообще такую толпу организовать на фейерверк. Ладно, будем организовывать. Потихонечку. Потихонечку, понемножку. Вот на фейерверк идем. Теперь ждем, пока вся эта бригада подойдет сюда. Поближе. Все, практически всех уничтожили. Здесь немножечко осталось. Но это не так уж и много их здесь. Главное в ту бочку не попасть. Хорошо, практически всех мы убили. Замечательно, идем дальше. Ну, 40. Ну, видишь, меня тут давно не было, поэтому... А, они еще закопаны. Хорошо. Я всегда с собой беру лопату. На всякий случай. А, нет, кнопочка нажимает. Так, с собой я всегда беру лопату. У меня там еще, кстати, карта сокровища, я видел. Она будет открыть сегодня. Так, копаем. Ищем... Ищем закопанные запасы Red X. Это такие таблетки от радиации. Я не знаю, зачем столько таблеток. А, кстати, у меня дома, кстати, были эти таблетки Red X от радиации. Я бы мог им дать свои. Ну что, где? Где закопанные запасы? Я что-то не вижу. Копать дофига надо, много. До сих пор нету. Ага, так столько много места, где копать. Ты видишь, я нет. Где они там закопаны? Кто его знает? К сожалению, да. А, вот они, ё-моё. 8 редиксов. Спасибо. Миссия завершена. Интересно, если я так ударю, взорвется. О, взорвалось. Хорошо. Значит, вернуться в город. Ну вот, еще карта сокровища хочу использовать, раз я уже здесь. Опачки. В смысле, подожди. А, не, нормально все. Ладненько, сейчас сколько у вас тут зомбачьев? Зомбачьи, а сколько здесь у вас? А, мне типа их даже можно не убивать, а просто их куда-нибудь сюда
Блин, у вас же много, как вас всех не убить-то? Пески вон бегут. Ё-моё, я не успел. Я не успел пёску убить. Есть! Где еще пёска бежала? Поехали. Есть, готово. Ага, все, сейчас мы зомбачье вот это сюда пойдем. Все, все сюда идем на этот самый, на фейерверк. Вот сюда, здесь фейерверк будем делать. Так, все, стреляем. Все, готово. Отлично. Так, все, вроде бы там зомбаков уже нету, да? Там, если они и ходят, там их не сильно много, так что отправляемся дальше. А, здесь сейчас мы будем клад искать. А, подожди. Где у меня? Блин, тихо. Лопатку берем сразу. И копаем. В прошлый раз вот эта штука здесь была. Может быть, они сюда же ее положили? Сейчас посмотрим. А зомбаки ходят или их нам нету, интересно? Не вижу я зомбаков. А ну где зомбаки? Нет, он ходит. Детский совок. А у меня какой не детский совок, подожди. А, детский совок, да. Ага. Понятно, если что, совок можно найти. Видишь, а то я постоянно лопату с собой ношу. 2200 монет. Офигеть, и одна граната. Патрончики. Все, миссия завершена. Так, а ну-ка, дай-ка я быстренько. Я хочу попробовать лопаты. О, смотри. Лопаты практически их нереально убить. Да, лопата их практически нереально убить. А вот с автомата легко очень. Готов. Так, вот этого сейчас тоже. Отлично. Домик. А ну-ка, мы сейчас еще в дом зайдем. Посмотрим, что есть в доме интересного. Так, 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 так. Веревка, смотри, есть. Еды нету. Здесь раньше еда была. Здесь что? Здесь ничего интересного. А, смотри, сейф. Блин, а он не открывается. Прикол. Тут есть сейф, короче, но он не открывается. Где? Где зомбаки? Зомбаков, короче, нет. Ну что ж, ладно, отправляемся домой в город. Центр аж. А разрушено это что, только охота на зомби? А, ну это просто задание нам дает. Это, в принципе, можно не использовать. Дом Асса. Давай отправимся в дом Асса. Интересно. А я был в дом Асса? О, дом ужасов. Случайная встреча. Избежать встретиться. Давайте встретимся. Что там такое? А, ну это просто дорога. Не просто дорога, это какой-то домик. Обезвредить. Обезвредить. Угу. Опля, видишь как? Что делает? Это я все знаю. Так, ну все, они выстрелились, в принципе. Ага. А эту штуку я обезвреживал, да? Дальше смотрим. В доме. В доме тоже, видишь, надо вот эту штуку обезвредить. Обезвредили. Веревочка обезвредить. Ага. Обезвредить. Потом вот эту веревочку обезвредить. Стреляет сразу, видишь, вот эти вот снайперки. Открыть. Закрыто. Попробуйте найти ключ. Ёлки-палки. А где мне взять ключ? Может, наверху ключ есть? Точно, смотри, сколько много этих сундучков. Ну, здесь и может быть бомбочка лежать. А, видишь, я сказал, что здесь может бомбочка лежать. Да, они взрываются, видишь как. А там, а, здесь ключ, смотри. Есть ключик, все берем, забираем ключ и идем назад. Открываем дверь. О-о-о, кусок железа. Ваш рюкзак заполнен? В смысле? Смотри. Хорошо. Бомбочку мы сюда положим. Ага, это сюда. Эту сюда.
Так, бензин использовать. А что, она пустая была или что? Не знаю. Сейчас мы еще сделаем, чтобы место было. Вот так вот сделаем. Ага. Берем. Все, смотри, место теперь есть. Нормально. Хорошо. Так, а что мы... Что нам здесь делать? Можно отправиться дальше, да? Вы не можете выйти при опасности. Вернуться к миссии. Ладно. Надо будет зомбаков здесь погасить. Оу, 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 оу. На, давай. На тебе в бошку. На. Перезарядочка. Бац, критический удар, он все равно живой, смотри. Опа, все готово. Всех убил. Можно отправляться дальше. Давай быстренько в центр зайдем. В дом Аса не поедем. Потому что мне нужно торговцу продать много чего. Идем к торговцу и продаем. Слушай, торговец, что у тебя есть, интересно? А, книжки у тебя есть. Но мне нужно вот эту канитель всю продать за 1000. Нормально. Давай вот эту тоже все продадим сразу. Пока. Вот эти я не буду пока продавать, давай вот эту продадим. Раз, раз, раз. Red X мне нельзя продавать, мне же его нужно отдать. Поэтому вот эту газировку я продам. Энергетик 150 стоит. Хорошо. А вот эти вот штуки, мне они не нужны, я ими не пользуюсь. Правильно? А может и пользуюсь, подожди, дай-ка я сейчас сделаю. Так. Вот так сделаем. Может быть, мне вот эту двухстолку тебе продать? Вот это, смотри, какое оружие интересное. Стен 2000. И книжки есть, смотри, по восстановлению здоровья. 800 стоит, у меня 4000 есть. Ладно, подумаем. Подумаем, если что, купим. А, Библия, умение к разговору. Ладно, хорошо. Тоже возможно, но мне кажется, нет, не будем покупать. Вот эти вот я куплю. Сокровища сколько стоит? 400. Тоже куплю, посмотрю, что там такое. В принципе, больше ничего интересного здесь нет. Все. Ну что ж, дорогие друзья, будем на этом заканчивать серию. Мы вернулись в это место, посмотрели, что у них интересного. Все, тут больше ничего интересного-то и нету. Может быть, скоро уже и кончится наша игрушечка, потому что уже практически много... Много мы прошли, правильно? Это еще спасибо за часы, говорит, прикинь. Ага, как у тебя дела-то, друг? Ну ладно, все, всем пока-пока, до новых встреч!